Любимов Кирилл, 3 А класс, школа номер 80. Ашанина на Минском шоссе. Идти устали маленькие ноги, но он послушно продолжает путь. Еще вчера хотелось близ дороги ему в ромашках полевых уснуть. И мать несла его, теряя силы. В пути минуты длились словно дни. Все время сыну непонятно было, зачем свой дом покинули они. Что значит взрывы, плач, дорога эта? И чем он хуже остальных ребят, что на траве зеленой у кювета, раскинув руки, рядом с мамой спят. Как тяжело выслушивать вопросы. Могла ли малышу ответить мать, что этим детям, спящим у березы, что этим мамам никогда не встать? Но сын вопросы задавал упрямо, и кто-то объяснил ему в пути, что это спали неживые мамы, от бомбы не успевшие уйти. И он задумался под лязг машин железных, как будто горе взрослых понял вдруг. В его глазах, недавно безмятежных, уже блуждал осознанный испуг. Так детство кончилось. Он прежним больше не был. Он шел и шел, и чтобы мать спасти, следил ревниво за июньским небом малыш, седой от пыли лет 6.